Без штанов, зато... Нет, не в шляпе, а в фуражке. На востоке Москвы движение регулировал почти голый сотрудник ГИБДД. Одним велел притормозить, другим показывал, проезжайте, мол, дальше. Только автомобилисты, наоборот, снижали скорость, чтобы запечатлеть такой кадр. Уж очень скоро видео попало в сеть. Инспектора задержала полицию. Оказалось, что он никакой не сотрудник ГИБДД. Зачем был весь этот маскарад, теперь выясняют стражи порядка.